Дорогие друзья, уважаемые коллеги и гости, начинаем концерт из цикла «Играют лауреаты международных конкурсов «Романтизм. Истоки и горизонты» памяти Елены Петряновны. Надеемся, что вы успели перевести ваши мобильные телефоны в беззвучный режим. Сегодняшний наш концерт посвящен музыке Франции и двум юбилейным датам – 200-летию со дня рождения Сезара Франка и 160-летию со дня рождения Клода Дебюсси. В начале нашего концерта прозвучит музыка этих композиторов. Сезар Франк – прелюдия, фуга и вариация сочинения 18. Клод Дебюсси, два этюда, октавы и сложные арпеджио. Исполняет Сакура Казама, фортепиано. Thank you.
Варвара Самсонова, фортепиано. Спасибо вам. Ждем.